Первая китайская телевизионная драматическая конференция всесторонне продемонстрировала исторические достижения провинции Хэйлунцзян. Съемочные и творческие ресурсы, промышленную политику и бизнес-среду, а также выпустила 10 ключевых тем телесериалов, посвященных национальной продовольственной безопасности, экологическому развитию и другим темам. На конференции провинция Хэйлунцзян также запустила проект «Иммерсивный обед», прикрепший к взаимодействию множества участников и аудиторий. Хэйлунцзян обладает многими выдающимися ресурсами и контентами. Приглашаем всех коллег по отрасли приезжать в Хэйлунцзян, чтобы снимать все более качественные фильмы и телевизионные работы. Участвуя в этой конференции, я плодотворно пообщался с драматургами со всей страны. Я постараюсь написать еще больше об истории Хэйлунцзяна, чтобы друзья со всей страны могли лучше узнать Хэйлунцзян и приехать к нам в гости.